В Бухенвальдском музее среди экспонатов есть заспиртованное сердце, пробитое пулей. К 70-летию победы над фашистской Германией и событиям на Украине посвящается. Его заспиртовали, застеклили, теперь оно подобием кулака, прошитое, пробитое на вылет. Прошитое, пробитое на вылет. Проживет пробитое, и проживет на еще века. Пробитое на вылет. Оно, я знаю, сердце то любило свободу, что на подвиги зовет. Его свинцом эсэсовца пробило, и все-таки оно еще живет. Алеют розы яркие, живые, знать из сердец пробитых проросли. Где-то снова тучи грозовые, где-то снова тучи грозовые несут огонь на города земли. Где-то снова тучи грозовые, где-то, забывая об уроках, заре кровавой и во тьме ночей, по-прежнему нацелены жестоко сердца людские дула палачей. Но жалок тот, кто бурю вновь посеет, он не уйдет от страшного суда. И сердцу моему не быть, не быть музее. 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 Никогда. Сердцу моему не быть, не быть музее. Оно должно свободной птицей биться, моей груди любить и горевать. Я говорю, такое не случится, мы говорим, такому не бывать.